Так, случайные цивилизации, Пангея, новый мир, низкий уровень моря, стратегический баланс. Ну, надо не забыть, что мы последние в лобби, чтобы не особо хотелось. Так, а чё пинг такой? Такой высокий пинг со всеми. С хостом вообще 1 секунда. Ой, что-то меня сомнение. Как он вообще вот... Шесть, девять, один. А это куда вводить? Так, вы не поверите, но мы начинаем, и у нас наша традиционная игра. Угадай. Так, а почему нету? Ага, да. Угадай, какая цивилизация мне выпала на рандоме. Пока вы не угадаете, не будет картиночки. Возможно, вообще не угадаете и не будет вообще ничего. Вадим, привет. Нет, не Австрия, нет, не ацтеки, не греки, не Германия. Блин, быстро был отгадать. Грин Драгон угадал, да. Япония. О, соляной старт. Так, а что у соперников? Испания. Какие-то правила будут вводиться перед началом игры. Уходить, пока не потерять. Вот мне просто интересно. Вот он собрал рандомных чуваков, он не знает никого. Вот он вводит правило не ливать, пока не потеряешься. Вот чувак ливнет сейчас. И что он сделает? Он внесет его в какой-то список свой? Я ж слюнькой подавился от таких правил зашибительных. Да все уже отгадали. Ладно, ставим город. Ну, у нас, видите, рыбацкие лодки как минимум имеются. У Японии способность, культура от рыбацких лодок. Соляной старт. Ну, не соляной, одна соль. Одна соль это не соляной, но тем не менее. Два амбарника. То есть, в принципе, старт-то неплохой. Я на сюда пойду. Пантеон, наверное, на рыба... Ну, сейчас посмотрим, что вокруг. Пока, знаете, пантеон говорить, где одна соль, там и вторая должна быть. Спидран самураев. А, ну вот, ну это не у столицы. Я считаю, две соли, когда у одного города. Так-то это второй город, считайте. Да, у соперников. Там Испания есть в игре. Турция, Иракезы, Испания, Греция, Персия. Ну, короче, играем. Тут сейчас рандом повезет Испании с чудесами или нет, значит. У столицы все-таки одна соль. О, место уже под второй город, видать. Блин, а вот смысл не ливать, если у Испании, например, он найдет два чуда по 500, поставит около них города. То есть смысл играть. Просто я не понимаю чувака. В чем идея? Так, что мы хотим? Хочу жителя. Блин. Ну ладно.
ГГшечка. Да, только этот город без ресурсов вообще. Рагусу первыми встретили жителя. Культуру дали. Ну, вот тут место для города. Я даже, наверное, сюда поведу второй город ставить. Еще две рыбы. Ну, то есть это все. Хотя и тут две рыбы тоже. Ну, тут чуть похуже будет место. Надо наверх еще сходить. О, тут с двумя солями город, да, надо сюда будет везти. Не, место хорошее. Место хорошее. Атака поврежденных юнитов — это прикольный бонус, ты зря. В войне очень, очень круто работает. А, здесь вот так. Блин, тут походу тогда лучше сюда куда-то ставить. Хотя ладно, посмотрим. Ну, опять же, я сначала город сюда поведу. Блин, тут еще золото. Вообще хорошее место. Дай, блин. Что это за отросток очередной? Ладно, сюда пойду. Дуболомом. А, там ГГшка, кстати. Ой, дали население. Ну, позже, чем я хотел. Ну да ладно. Нет, пускай за два хода. Чем быстрее обработаем соль, тем лучше. Амбар. Иракезы. Одни из соседей иракезы. Самарканд. Походу вот сюда надо ставить. А, подожди, тогда я от соли уйду. Значит, сюда. Соль надо захватить. Угу. У меня внутреннее море. А, ну может там Самарканд, правда, открыт. Ну, короче, с этой стороны ко мне уже не приплыть. Наверное, вырубаем лес на сеттлера. Алмазы и бананы. А, вот тут. Ну, это явно не мое место. И не мои ресы. Мои ресы — это соль и киты. Что далее? Варварские лагеря. Фигня. Не, ну ребята, мы сейчас сначала город тут ставим. Это очевидно, по-моему. Зачем вы вот это место обсуждаете, мне непонятно.
Так. Наверное, пока рыбацкие лодки рано. Да ладно, давайте лучников откроем. Да блин, нахрена ты остановился? Потерял ход, потому что не прокликал, чтобы он не останавливался в стройке. Да, здесь и соль забирается, и золото это. Так что мы вот сюда ставим. Если сюда, то вот это золото не забирается. И еще и овцы не забираются. А вот тут у нас будет две рыбы, две соли. Ну, короче, вот сюда. Тут просто очевидно, что сюда надо ставить. Тут, конечно, могут эти лагеря постоянно генерироваться. Нам надо будет триремку еще, прежде чем караваны строить. И вообще, наверное, стоит в этот сходить, в колосс. Чем два города? Вот сюда третий куда-то ставится. Я не знаю, может сюда. Где-то вот здесь надо будет еще третий поставить. Вот сюда мне даже кажется, потому что тогда две рыбы будет. До камня дотянемся. Ну, нету роскоши, да, что поделать. Так, наверное, сначала амбар, потом лучника, или, возможно, даже тырему. Ну, короче, амбар сейчас надо будет в Киото сначала делать. Атакует. Качаем скаута. Тут где-то иракез должен быть. А вот кто еще в соседях? Пока непонятно. Да, кстати, а что по пантеону? На рыбацкие лодки или на соль и железо брать? Тварь пытается к моей соли пробраться. Ну, посмотрите просто. Для того, чтобы атаковать скаута на холме, идет к обработанному ресурсу. Но не говнина ли варварская? Типичная варварская говнина. Вы просто спрашивали, как говнина выглядит. Вот. Вот она. О, Валетту встретили. Почему лодки 100%? Прям 100%. Типа 7 лодок. Ну, нам до пантеона далеко. У нас еще даже не взято ничего.
О. Вот Иракия. И вы предлагали вот сюда ставить город. Вот уже границы Иракеза. Два пансиона еще только взято, да? Нет, три. Ну, пока какие-то, ну, не особо. Ну и судя по всему, что на первом месте не испанец по очкам, чудеса вроде он не нашел еще. Или подожди, или сразу лотку. Давайте, наверное, сразу лодку, чтобы вроде пока отбиваемся теми силами, что у нас есть. Так, дальше куда? Каменная кладка не особо. Может, в колосс реально? Давайте библиотеки откроем, а потом, наверное, и в колосс пойдем. Близко Иракес. Ну, это, видите, это его ресурсы. Гемсы. Так что... Что мне сюда ставить, чтобы ракет сагрился на меня? А, железо открыть. Ну, подожди, нам до пансиона далеко. Это точно. Да, я бы, наверное, уже вернулся скорее дуболомом. Я даже, наверное, сначала караваны морские бы сделал, и только потом святилище. Ну, трирему устрою, да. Мне трирема нужна, ну, исследовать, но в первую очередь мы его где-то тут вот поставим, потому что здесь явно лагеря будут появляться. Нам надо эти караваны защитить. Вот тут лагерей уже не будет. Хотя тут, конечно, может быть еще. Но пока вот этот лагерь есть... Тут не будет лагеря. А вот здесь лагеря вполне могут появиться. Надо просто посмотреть. Во-первых, меня интересует, во внутреннем ли море мы. Так, это иракез взял на драгоценности. Челнокасе к Самарканду надо сходить рабочего украсть у него. Может, прямо сейчас это сделаем. Но есть у Японии культура от рыбацких лодок. От рыбацких лодок же? Да, одна культура от рыбацких лодок и две культуры от атоллов. Ну, атолловка, естественно, тут не будет у нас. Вообще, я уже вижу, что их нет. Культура от рыбацких лодок и две культуры от атоллов. Да, все правильно я сказал. Забираем рабочего как раз. Ну, Zero это не бонус Японии, это уникальный юнит. Он спрашивал именно про бонусы.
Что, и 15 монет на разговор. О, класс, мы во внутреннем море. Нет, не во внутреннем. Ну, не факт, тут, скорее всего, выглядит, как будто тут еще территория дальше. Так что, скорее всего, во внутреннем. Так, тут, наверное, железо. Лагеря еще не открыли. Ну, пойду пшеничку сначала обработаю. Хочется сходить, посмотреть, что там за Самаркандом, но надо рабочего защищать. Блин, вот тут еще лагерь, конечно, может появляться. Но не буду, значит, не буду вот этот лагерь пока убивать. Блин, а там рабочего у Квебека сперли. И вообще надо рабочим... А. Просто выкупить эту клетку, забирать этот лагерь. Вот и все. С рабочим тем более. И обрабатывать тут лошадей. Вот так сразу сделаю. Библиотеку или рыбацкие лодки? Нет, караван. Так, куда рабочий делся? Блин, неужели КВБК обратно забрал? Жалко. Хочет встретиться у Валетты. Да вы прикалываетесь. Не, рабочего мы забираем, конечно же. Жалко дуболома, но как получилось. Так, что нам дальше надо? Ну, я, наверное, в колосс все-таки пойду. Или маяк. Давайте сначала маяк. Тут караван не так много даст, как маяк. Вот это заявочка. Ну, вот так вот нельзя делать, как сделал Ирокез, честно говоря. То есть вот его место. А это заявочка на вопросики. Заявочка на вопросики.
Так, железо одно у нас всего лишь. Ну, я не знаю, на что нам брать. Мне кажется, религия будет у иракеза. Ну, у него много этих. И каждая по плюс 2. Хотя, ну, вы видите, вот у него драгоценности, так он около них не ставит. Взял пантеон на драгоценности и ни хрена не работает у него. Зато он поставил зачем-то к моей соли. Зачем? Так, нам теперь надо рыбацкую лодку после этого сделать, чтобы китов обработать. Нифига, вот он, смотрите, вот он стоит рядом с солью, с моими границами, и предлагает мне соль на обмен. Он, видимо, проверяет, насколько я дебил, да? Других объяснений нету у меня. Так, а что там с армией у иракеза? Так, я вообще последний по армии, но у первого 29 тысяч. И кто там во что пошел? А, воля у турка воля. Интересно. Счастье, надо переключиться на производство. Ну вот теперь все-таки колосс давайте. Календарь нам не нужен. Странно, у меня золото будет через 4 хода. И он мне предлагает его торговать. И спрашивает, нет торговли? Ну, видите, культурка. Так, переключаемся на рост обратно. Да, какой же. Ну, у меня пока вообще религия не капает, так что. Ну, это, пожалуйста, его регионал. У него юнит вот тут. Вот тут стоит юнит, вот здесь. И он мне предлагает торговлю золотом. Ну, то есть. О, Валетта. А мы с Валеттой дружочки, что ли? Фига себе. Это хорошо, кстати. Я сразу не последний по армии. Так, вон прется. Лес вырубать будем на колосс. Блин, может, юнит еще какой построить тогда? Давайте, может, все-таки
Еще лучника. Вот эти варвары почему-то ко мне ходят в гости, а не к иракезу, например. Ну, конечно. Будет лезть к этому, к соли. Быстрый выход в самураев. Ну, прям быстрый тут не получится. Но, в принципе, через колосс имеет смысл, да? Их-то мечников поднастроить. Я могу красителями, если хочешь. Хочешь красители торговать? Я готов. А... О, он готов. Ну, зашибись. О, слушайте, повезло, смотрите, лагерь в другую сторону. Вау. То есть я могу даже триремы тут не держать. Потому что тут уже лагеря не появятся, и, соответственно, грабить мне ничего не будут. Я лес, конечно, буду вырубать, не волнуйтесь. Ведь уже тут наплодил трирем. Ну, я не знаю, иракезу на меня нападать сейчас. Ладно, реально, надо вокруг Осаки лес вырубить. Меня напугали. Кстати, можем как раз в Осаке тогда колосс строить, я вот думаю. Третий город, не знаю, третий город до нацколледжа все-таки не буду. Ну, то есть, надо хотя бы выйти в нацколледж. И пока будет идти... Ну, я все-таки считаю, вот сюда надо ставить. Вот сюда. Какой-то исторический конфликт, это о ком? Персия и Греция, видимо. Ну, круто, на своих уникалах драться как раз.
Как раз аристократию возьмем. Так, и теперь философию поехали. Ну, а магавки я забыл тут, да? Ну, в них тоже только я вышел. И в Меткалуке только... Ну, в Меткалуке еще не я, а никто. Поэтому я не думаю, что... Иракес атаковать будет. Ну, я пятый и на 3000 отстаю. Ну, как бы... Я могу еще этого апнуть в мечника и, наверное, вообще на первое место выйду. Пускай, на всякий случай. На усялякий выпадок. Ладно. Просто вырубаем лес на колосс. Ну что, я первый? Я первый по армии. Так, это у него третий город? Четвертый. Угу. А у нас два города. Не нравится мне все это. Я бы все-таки ставил на то, что Иракес будет на меня нападать когда-нибудь. Кстати, я бы вот этих овец еще бы купил. Так, слушайте, а пантеон я вообще буду брать, нет? Мне кажется, блин, может вообще без пантеона пожить пока. Не то, что, блин, ладно. Надо, надо. Хотя бы, чтобы капала вера даже один вход. Почему меня полностью обсматривает турок, я не понимаю. Он же хер знает где. Забрал. Рагуса забрала у Иракеза лагерь. Не дала ему забрать. Но я, честно говоря, планирую после нацколледжа просто по нижней ветке идти. Прям реально в эти, в самураи. Ну и я не думаю, что... То есть на чем ему на магавках нападать? Так я сейчас леса тут все повырубаю нафиг у себя и что... Оракул построил турок. Да, все-таки Иракес быстро. Ну, 50-й ход не совсем быстро, но нормально. Нормально.
Ирокез рванул по очкам, потому что у него 4 города и религия. Ну, религия много очков добавляет. О, Петра, 51 ход. Это быстро. Это быстро. Так, подожди, а как чувак и Оракул, и Великую Библиотеку, и... Ну ладно, с Великой Библиотеки он в Петру типа вышел. Так, а чё я защиту не пообещал никому здесь? Два города, ну. Ладно, это возможно. Но турок в волю играет. Интересно. Причем он, ну, понятно, что он второй город поставил с воли, то есть бесплатного поселенца взял. И он закрыл волю. О. А что у него за пантеон? У него, откуда у него культуры на закрытие? А, понятно. Ну, возможно, да. Так, нацколледж. Шесть ходов нацколледж. Давайте, значит, сетлера тогда. Пока он будет идти, нацколледж построим. А этот караванчик ждет. Ждет своей очереди на отправку. С подушкой так. С ножиком. Рыбацкие лодки, чтобы культурку получать от японской особенности. А, закрыл. Да, точно. Он заинженерил. Он закрыл волю и с воли взял инженера и им заинженерил. Точняк. Ради смеху сделать Стоунхендж. Да. Давай мы как-то по-другому посмеемся. Там, не знаю, ради смеха комедию посмотрим. Ради смеха Стоунхендж. Слушайте, а прикиньте, его так и строили. Такие. Слушайте, а давайте по приколу, короче... Кучу огромных камней наставим. Вот будет в будущем удивляться, как это мы сделали так. Это чувак, который постоянно записал, сейчас последним ходит. В границах
Ну, я смотрю, веры. Блин, может мне вообще не брать моего? Я смотрю, веры-то дофига у иракеза. Он явно, ну, перебьет весь мой пантеон. Ну, мечника еще дали. Блин, валет-то круто у меня в дружочках. Ну, второй хорошо по армии. Практически ее не строя. Приятненько. И какой-нибудь сюда поставим, чтобы засвечивать. Ой, спасибо. У нас 5 ходов до Нацколледжа, мы можем не ставить город, пока Нацколледж не построится. Точнее, мы будем не ставить город, пока не построится Нацколледж. Еще и Кайлас. 6 веры, 2 ча... Не, у иракеза хороший старт. Ничего не скажу. Интересно, это кто? Грек или перс? Короче, варвары разграбили лошадей. Обычное дело у меня. И он, видимо, уже не может. Kinda have to go anyway. Сел. Короче, сколько у нас партия? 45 минут идет. Чувак этот писал. Там, мы должны быть в чате. Вот это вот все. Чувак пишет, что мне все равно уходить надо. 45 минут поиграл, в сыву сел. 45 минут. Пять баллов. Ну, пока армия у меня достаточная, чтобы... Он решит его их пересекать, чтобы я мог этим что-то сделать. И вообще, как бы с Японией воевать, вот эта способность, что они не теряют силу раненых, ну, раненые юниты не теряют силу, это очень мощно. Лучника на золоте за Самарканд. Ну, в принципе, да. Напоминаю, что будем ставить сюда, но только после того, как Нацколледж построим. Я бы скорее в Киото попробовал висячие сады, чем Артемиду. Ну, чтобы сады появились. Не понял. А.
Все, ждем постройки нацколледжа здесь. Ну, тут выглядит так, что по любасу надо воевать с иракезом. Я думаю, арбами и самураями на Аквисасме и потом на столицу как-то так. Храм Артемиды хочет Валетта. Блин, и Самарканд. Но я таки попробую висячки. Да, не забуду, не волнуйся. Пропустим ход просто. Тут постреляем. Наверное, не полезу сюда, потому что могут закрыть выход просто. Или полезть. Если полезу, то я увижу столицу я и так вижу, этот четвертый город. Да, блин, чё, нафига он тут стоит своим скаутом? Не, я знаю, что можно в городах. Попробуем. Попробуем. Давайте в Осаке Артемиду, да? В Киото висячки. Еще одна религия. И ставим третий город. Можно выплыть, конечно, поисследовать, но я лучше сейчас буду... Тут поставлю три ремы, чтобы я этот лагерь заберу. Соответственно, надо засвечивать территорию, чтобы тут не появились лагеря. Кстати, было бы неплохо Великую Стену еще урвать. У него осенинка больше, чем столица. Ну не знаю, я, по-моему, первый по производству. Но я шестой в лобби, то есть... Да, если кто-то раньше меня начал висячие сады строить, то он их построит. А Артемиду уже давным-давно могли начать, да? Так, вырубать три. А, нет, нет смысла вырубать. Давайте просто дорогу строить. Не знаю, а чё он тут стоит? Лечился просто или что? Блин, Артемиду все-таки построили. Ну да, ну, шансы были невелики. Рыбацкие лодки пока бессмысленно туда везти. Ну давайте, давайте цирк.
Чё там скаут стоит испанца? Я не буду ему подсказывать, хай стоит. Не, у нас сейчас счастье закончится. Ой, блин, а чё мне никто не напомнил, что у меня караван не отправлен в Токио? Ну вот, сейчас Глеб Волков пишет, когда я уже его отправ... А, караван? Писали все-таки. Закрыли традицию. Чего? В смысле, какую зону не исследую? Если мы висячие в столице построим, будет очень круто. Да, и тут не по... Мы во внутреннем море, отлично. То есть, ну, к нам только через Токио можно попасть. Меня это очень даже устраивает. Вернуться. Я сейчас вернусь, наверное, лучником. И тоже за мной следит, стоит. Обзывательства пошли. Вход. Если мы начали строить цирк, было три счастья. Достроили, он дает два счастья. Все равно три счастья, потому что города сильно растут. Так что я даже, да, арену буду строить. Сады — это хорошо. Ну, то есть у нас в Киото нету реки, поэтому у нас была бы проблема с генерацией великих людей там. Вот теперь можно... Нет, все еще цирк. Нам надо на счастье построить здание. Хорошо, города растут очень хорошо. Плюс еще караванчик можно из Токио будет в столицу отправить. Блин, и великую стену бы построить. Он уже пятый город поставил, фига себе. Чувак через традицию в пять городов играет. Мощно. Ну, территория у него есть. Ресурсы, походу, есть. Почему бы и нет? Вообще, давайте мы сразу великую стену. Нас счастье арены еще даст. Я бы в Нотр пошел, если бы был уверен, что инженер у нас будет, а у нас не будет инженера. Пока Восоку отправлю. Киото отдельно, пускай Восоку бегает.
У нас денег нету для самураев. Рынки нужны. Ну, сейчас будет плюс, я когда соединю города. Это плюс даст. Так, все, буду тут засвечивать, а этим тогда можно пойти исследовать. Ладно, биологический перерыв. Так, я вернулся. У него еще города на ровной местности. Как раз прокачка и этот. Прокачка самураев. Не понял. А нахера мне турок войну объявил? Не очень понятно. О, барьерный риф далековато, правда? Так. Идти прямо в Нотр. Ну, блин, хочется с... Не, надо самураев рашить. Чё тут? А потом варбы. Надо мечников делать. А сколько... А, блин, сколько стоит ап? Да. Население турка, он пишет, что... Оп. Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо. Так. А... Это сколько долларов? Так, он сюда, что ли, пошел? Блин, не хочу выкупать клетку, ладно. Мне деньги нужны... На самураев будут. Почему у ракеза плохая разведка? Так. Не знаю, сколько это. 0,70 долларов. Ой-ой-ой, начались. Мы как, кстати, на воскресную циву-то соберем? Ё-моё.
Ну, это баги, короче, это иногда у пятой цивы, потому что она под карточки AMD сделана. И вот такая вот на карточках NVIDIA происходит. Иногда бывает, я, кстати, не знаю даже из-за чего это происходит. Иногда бывает, иногда не бывает. Он удалил, походу, этого дуболома. Точно, из-за стены. Точно, точно. Мне кто-то рассказывал, что это из-за стены происходит. Точняк. Все равно не понял, зачем мне турок войну объявил. Не, я не хочу деньги тратить там ни на овечек. Нам нужны деньги на армию сейчас. Нам два мечника надо апнуть, самураев. Я не помню, сколько это стоит, но много. То есть не 50 монет. То есть мне как минимум... То есть мне надо этих двух мечников-самураев апнуть. Так, ну окей, этот ливнул, типа... Он... Irrelevant. Надеюсь, эта клетка присоединится. Я самураев строить буду. Двух апну, а остальных строить. Но у меня только еще 4 железа. Ну, тут еще можно обработать, правда. Надо, кстати, будет пойти обработать. Поплыть. Или в Токио просто рабочего еще сделать. Нет, все это присоединилось не с лесом, а лысая. Ясно. Один ход рабочий, а тут сколько? 5. Ну давайте тут рабочего. А, блин, снега засвечивать, фак. Реально забыл. Меня турок отвлек своим этим... войной. О, Кабул я первым встретил. Так, еще у нас вот тут ГГшка. Надо ее встретить. Ярослав стал спонсором канала. Спасибо. А, демка страшная порвал трейд на счастье. Ясно. Ну, кстати, у Иракеза тоже все круто. А, это кто-то подарил, извините, а кто подарил? Яромир подарил спонсорство, да, говорите спасибо, ребята.
Сейчас будет. Ты вздыхаешь зря. Еще рабочего сделаю, ладно, чё? Много, не мало. Так, теперь можно начинать мечника строить, потому что он сам превратится в самурая. Пишет, что дико раздражают медленные игроки. Ё-моё! Блин, мне, наверное, перезайти надо. Jesus! Ну блин! Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшка, ты вздыхаешь зря. Ну хватит, ну перед, ну что она делает, ну? Господи, есть Алёшка у нас. Все, перезайду. Так, ну вроде работает. Ну, приятненько. Так, вырубаем, плывем, апаем 70. Могли, наверное, все-таки еще одного построить. Так, ладно, оставим деньги на арбы.
Что, целый континент, что ли, такой? Целый остров еще отдельно имеется. Что значит лодку самураям пока стоят без дела, не понял. Какую лодку? Могут строить лодки, но у меня лодки только вот сюда. А я сейчас собираюсь атаковать на самом деле вот этого скаута ирокезского. Еще это железо обработать. Так, а вот тут бы я уже, наверное, не вырубал, а лесопилки на этих двух поставил. Нахер он тут стоит? Пошла за жаришка. Не, пансиона уже не будет. Когда укреплена религия, а религия католицизм укреплен, видите, пансион уже нельзя принять. Карагуса мне не хочет. Минус 43. Я еще и не первый по армии, прикиньте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вот так. Минус 18. А вот так, если... О! Спасибо! Все, железа пока нету больше. Сколько ходов? 4. Ну, 3. 3 хода. Да, квисас мы без стен. Он начал строить, кстати. Или не, не, не начал. Ну... А, 235. Тогда, наверное, строю. Я просто решил, что мне не хватит денег на ап. А тут я смотрю, мы же взяли дань. Я думаю, нам хватит. Сколько нам на 3? 3жды 7, 210, да? На 3 нам хватит. Так что 3... 3 метка лука... Ой, дратуйте. 3 метка лука надо сделать.
Наверное, не буду отвлекаться. Пускай грабит. Нам надо кулак собирать. Ну, а Испания с турком начала войну. Отлично. Всемирная война. Блин, больно обстреливает. Я думал, они получше стоять будут против обстрелов. А это всего лишь меткалук. Он не построил, он строит его вроде. Он еще его строит. Да, до генерала далеко. Не знаю, как тут ходить, честно говоря. Ну, я думаю, по активу на стримах. Я так понимаю, что как минимум распределяются тем людям, которые сейчас на стриме. В смысле, на холм прыгает. Так тут же этот магавк стоит. Кажется, мне надо ждать здесь, вот так стоять этими и ждать арбалеты. Он стену уже построил таки. Потому что, ну, они нормально стоят против выстрелов, тем более прокачанные на это. Он не может их меня атаковать, у него слишком больно ему будет. У кого? Кто в итоге кого забрал? Перс. Грек перса забрал, я так понимаю, да? Блин, мне не хватает на ап.
Блин, мне не хватит сейчас две монеты на ап. Ну ладно, мне хотя бы этих двух апнуть. Так, знаете что, давайте... Не, блин, рынок, наверное, все-таки надо достроить, чтобы было. И караван надо достроить. Почему 220? 70 же стоит. Ап. 75? Ну ладно, я все равно вот этих двух апну. Этого мне слишком далеко вести. Так что ладно, на двоих хватит. Иракес уверен в себе. Так. От обстрелов возьмем. Не, ну наврали про 75. Ну. Кто 75 писал? Это бан, походу. Блин, а чё я не замерился, кстати? Так, пока полечусь один ход. Да, вообще надо бы, наверное,
сюда подходить. У него, видите, за счет этих вот лесов, у него, видите, какой бонус? Ну, мне кажется, мне тут важнее именно арбалеты подвести. Он до арбалетов не может дотянуться. То есть там из города, может, он их будет обстреливать. Но, в принципе, он мало что может сделать. У него эти его магавки в лесах, конечно, серьезная сила. Так, и мне, наверное, надо дорогу строить. Ну почему, меня можно забрать? Если он Токио забирает, то проходит через Токио и дальше забирает. Но так-то, в принципе, он, конечно, не видит всю карту. А, то есть он меня не обстреливает... Он вообще меня не обстреливает, что ли? Ребята, а донатиков больше не будет, да? Все. Половинку и все. В воскресенье не будем собираться больше, да? Ну, в 2D режиме. Так, пока мы тут вроде не перек... Ну, типа... Мы разве на клик тут играем? Пока вроде никак клик не влияет. Блин, если мы тут вылечимся, будет очень круто. Попробуем, да? О, этот апнется. Е. Получилось. И генерал. Нет, 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 нет. Ну. Е. Так, что мы делаем тут? Так. Дальше сюда, сюда, сюда. Мне кажется, мы следующим ходом город берем. Есть у меня такое подозрение. Он его, правда, отобьет. Ну и хрен с ним. А почему я должен 10 спонсорок добавлять в ЦИВУ 5 в воскресенье, не пойму.
Ну, кроме того, как вам... Кроме того, что вам этого хочется. Донаты на Циву, вот, конкретно донаты. Спонсорка, это чувак подарил, чтобы вы посмотрели этот сериал про Грузию. Убил таки меня. Ладно, город-то мы забираем. О, он, кстати, решил не отбивать, он просто отступает. А, вопрос, конечно, с городом, что делать, оставить или стереть? Я бы стер. Он все продал в нем. Так, ну, видимо, на Гранд Ривер надо идти теперь. Потому что эти города тяжело. О, инженер. Так, так, может, нам тогда нотар открыть? Неожиданно как-то инженер, я не ожидал, что будет инженер. Ух ты, минус 10 счастья. Следующим ходом уже будет делать, это за счет, ну короче, тут минус, считайте, 7 несчастья из-за этого города. Да, блин, переброска юнитов займет некоторое время, к сожалению. Ваншот. Потому что он на болоте стоял. А, блин, я на болоте теперь, и он меня хотел убить. Нет. Только не этого. Ой, я вылечиться мог. А, я не успел бы. Перекликивает чувачок меня. Не, уже не начнутся. Есть цитрусовые и алмазики, это так. Но они есть и в этих городах. Я не могу все города его оставить. И мне скорее Гранд Ривер и Анандага
приятнее в этом плане. Ну, я думаю, что хост как раз встретил всех остальных. Поэтому и писал нам, что типа, давайте там встретимся. Так, а крисасны следующим ходом не будет. Ну, пускай ставит. Развитие-то мы ему остановили. Понимаете, мы тут два лидера. Ну, я считаю, что я и он лидеры. Соответственно, я убив ему город, его как минимум лидером... Ну, он перестал быть лидером, нет? Я думаю, что и Гранд Ривер мы возьмем. У меня... Этот генерал. А ему генерал до генерала далеко. Он, конечно, армии настроил. Ну, правда, и я настроил. Тот факт, что раненые юниты в полную силу работают, это очень круто для Японии. Ну, вообще, ну, для, это было бы для всех цивилизаций круто, но это очень крутой бонус.
Так медленно пишут. Ну и рассинхрон. Успею ли я вылечить самурая? Хрен. Обожаю. А, блин, вылетели. Ну и там в чатике пишут. Так. Так конец воды, что ли? Зато вылечиться и разграбить смог. Распустили юниты из-за негативного бюджета. Первый раз такое... Ну, обычно это на морские юниты работает. Ну, бля, ну как он кликает, а? Конч ирокезский. Минус арбалет теперь. Я ему тоже убью. Так, у меня открывается этот-то. Да, два хода. Да, денег нет, но вы держитесь. Не знаю, влазить, не влазить самураем. Ладно. Он сейчас обстреливает. С города сейчас обстреляет. Нормальный такой.
Атаманы и иракезы, друзья. Ну, бля, ну... Ну, это вообще честно? Чмо меня убивает, как... Этого... Как свининку. Да, но этот минус точно. Самурай будет. Я могу попробовать разграбить здесь. Нет. Кого атаковать будет? Я, конечно, могу крепость поставить куда-нибудь вот сюда. Но вопрос, надо ли? Стены на всякий случай построю для, ну, против фрегатов. Спасибо большое.
Так. Ну, я думаю... Таки надо крепость ставить, судя по всему. У меня второй генерал уже. Я не знаю, для того, чтобы мне напасть, турок должен во фрегаты выйти. Он же не будет наземным чем-то нападать. Что он хрен знает где. А, ну, а в Ренессанс еще никто не вышел. Так что не знаю, когда там скоро турок должен на меня напасть. Чуваки страдают, что я медленно хожу, прикиньте. Надо трирему все-таки засвечивать там. Так. Ну, я господствующие высоты занял, крепость поставил. Теперь можно и немножко расслабиться, расслабить булки. Надо армию поднаделать. Thank you.
Надо откуда-то с этой части переться на него. Вот тут все открыто. У меня самурай на открытую местность. Поэтому, собственно, тут и пойдем. И у меня генералов больше, и они чаще появляются, потому что самураи прокачаны на это, что они генералов больше дают. У меня все на холмах стоят, а он не может мои юниты обстрелять, потому что он их не видит. Тупо не видит. А что непонятно? Что конкретно тут непонятно сейчас? Не, это вот так у меня дорога будет. Я ее специально так веду, чтобы он может же отсюда прибегать. Тевтонский орден рыцарей. Ну да, рыцари бы, наверное, не помешали, но сначала надо в универы зайти. Чуваку надо обязательно объяснить. То есть он не понимает, что я чисто порофлить над тем, как они меня постоянно гнобят. Убивать, не убивать. А давайте. Блин, вообще тут Циркус Максимус не надо. Давайте лучше юниты. Thank you.
Просто по одному ходу юниты. Просто по одному ходу. Лучник. Так он не тратит золото. Он когда стоит в городе, он золото не тратит. Поэтому нету смысла. Типа туда этот арбалет поставить. Блин, ну он такой прокачанный. Не хочется его распускать, прямо скажем. Да, убил меня этот арбалет. Но я должен тут переработать их в компост. Как вот у чувака только денег, несмотря на армию? Причем я уже второй по армии, прикиньте. Точно, спасибо за подсказку. Просто ваншотнул мне юнит. Вау. Знаете что, давайте тут лучше дорогу делать. Статую Зевса построил. Испания. Просто надеюсь, что сейчас Золотой век сам собой начнется, и я потом добавлю еще этого художника. Ну, вам не странно? Сейчас, смотрите, я гляну, Артемида у него. Нет, у него вообще нету никаких. То есть, вот это вообще не странно, да, выглядит? Количество юнитов. При том, что я первый по производству, и он точно не убивал у меня больше юнитов, чем я у него. Хм. Какую помощь? Какая помощь? Если бы турок давал ему армию, так ему турок не может давать армию. Типа, как именно турок ему может помочь в данном случае?
Просто вот откуда у него столько юнитов встало? А что у турка типа деньги есть? Поразительно. Нет, тут арбалет. Так. Убьют. Я бы сюда поставил арбалет. Что за хрень? В смысле, челы не могут с ИИ справиться? В каком смысле?
Я не понимаю, откуда у иракеза до хрена юнитов. Просто... I have no idea. Ну вот, смотрите, вот тут до хрена, да, и тут. И он, и прям армия, ну, конкретно нарисована. При том, что я уже хрен знает сколько времени первый по производству. Как это может быть? Каких четыре города? А, этот еще. Так производство-то у меня выше. Ну. Ну я хоть убил. А, я под городом стою. Думаю, что меня обстреливает там? Так, золотой век пошел. И эту фигню запускаем. Ну, все еще в Ренессанс никто не вышел. Он сюда влез. Генерал. Так, куда рыцарь убежал?
Кстати, может и мне рыцарей парочку сделать? Не, я не понимаю реально, откуда у Ирокеза столько юнитов. Как он их может так много строить, честно. Какая-то хрень. Ну, зона контроля, он типа вот так оббежал. Понимаешь? Я вот сейчас попытаюсь зарабить рейд на иншей территории Ирокеза, але... Просто у чувака с какого-то хера просто дохрена армии. При этом все с деньгами норм. Ну, посмотрите. Ну, то есть второй явно Ирокез. Производство почему-то у меня выше. Как он фигачит столько армии, не имея производства, хер знает. Блин, может мне сюда город четвертый вылечился. И тут у него и тут юниты, и там юниты, везде юниты. Ну вот как это играть? При том, что у него нету ни Мачу-Пикчу, ну то есть где у него золото, откуда? Вино и... Ну, реально, вот откуда у него золото? У меня минус 23, у него плюс. Вау. Может, честь пойти и в эти... Не, мне тут золото тоже нужно.
Так я просто тупо строю армию вообще безостановочно. Это ненормально. Ну, просто приходит, убивает меня сразу. Конечно, вот сюда поставлю город. Нужны универы. Если я буду постоянно армию строить, это трындец будет. Что, конечно, у меня дорог много, ну так и он дороги построил лишние. Ладно, вернемся.
Подожди, тут непонятно, куда крепость ставить. Мне генерал нужен и с этой стороны, и с той стороны. Понимаешь? Так у него само, у него тоже два генерала, видишь? Бля, опять не успел! Сука. Да, бля. Прикол какой-то. Так, стоп. Все-таки кто-то вышел в Ренессанс. И это... Это грек. И он явно не в эти... Ну, вы понимаете, куда... Он не умер. Какие-то приколы вообще. Приколюхи просто. Приколюхи прикольные. То боты.
Обоих убил. Нормально вообще? Ну, то есть, вот это нормально у человека все ходит, да? Вообще никаких проблем, я смотрю. Блять, конченые. Просто это какие-то конченые играют. Все так медленно! Говорит он нам. Он успел здесь два мне убить и здесь прийти мне арбалет убить. Просто без... Нет слов, как говорится. Зато я в плюс вышел. Кстати, убил, не убил. Ну, кажись, тут зачистили наконец-то. Сейчас можем с этого фланга идти. В нападение. Я даже, наверное, продолжу Золотой век пока. Бля, ну нормальный вообще. Бля, ну что тут за юниты появились? Кстати, напоминаю, у меня Великая Стена, поэтому бегать по моей территории так себе развлекуха.
Блин, может мне в ганпаудер идти? И вот сюда? Ну, Сацуму он вроде как ж... Нет, оставил. Греки и атаман научное соглашение. Ой, блин, я вот этим мог проатаковать, ладно. Да, подойду. В принципе, нормально. Ну, вы видите, он просто кликает, у него проходят все клики сразу, а не по очереди. А как с этим говном играть можно? Вот видите, я просто держал самурая, вот у него прошел клик, я нажимаю лечиться, и он сразу, то есть он 4 выстрела сделал по моему самураю, чтобы он сдох. Сразу же. Нет, тут что-то нечистое у Иракеза. Вы извините, но, бля, это невозможно. То есть, ладно, он убивает еще, но это столько юнитов, чтобы он имел. Откуда? Просто откуда? Ладно. Я на этом сдаюсь. Ну, то есть... Бля, что, ну что это за игра была сейчас? Ну что это за игра?
пойду смотреть, не знаю, ну, ходов 10 назад. Мать, 108-й. За кого загрузимся? За иракеза или за турка? Я чуть... Ну, не может быть, чтобы эти все время... Давайте за иракеза, чтобы турок давал ему юниты. Я просто не понимаю, откуда у него армия, если я первый по производству, откуда у него содержание на армию? Ну, турок, по-моему, ему не дает. Вот 10 ходов назад. Что у меня пишет в плюсе. Ну ладно, может, это у компьютера за империю. На императоре, в смысле. Не знаю, выглядит... Тут вроде все нормально выглядит. А сколько арбы строится? Да, кстати. 7 ходов. Ну, ладно, надо в столице посмотреть. Там не самый город. 2 хода. 4. 5. У меня во всех городах 2-1 ход. Подожди, вот тут 4. Нет, тут вроде все правильно. Что рисовано? Ну, форты я видел, как он строил. Подожди, что про... Как производство нарисовано? Почему Unreal? 80, у него 39. Ну. Ну, очевидно, там какой-то перелив еще. Подожди, а почему у него 15%? Разве он Артемиду построил? За что у него 15% к юнитам? А, Forge построил. Здесь у него 15% к производству к юнитам за... Ну... За кузню. История сделок. По-моему, в истории сделок, к сожалению, не показывает одномоментную передачу денег. Есть только... Если бы он передавал вход, понимаешь? А одномоментная, типа там 200 монет сразу, этого нету. Ладно, давайте этот же ход турков загрузим. Я могу только предположить, что он себе... то есть его производство, ну то есть... Производство выглядит нормально, но не сильно. Я не считаю, что он имел меньше потерь. У него где-то в конце, вот когда у него, блин, до хрена юнитов стало, тогда да. А так он точно меньше потерь не имел. И производство, несмотря на то, что у него только в столице 2 хода, в остальных городах 4, 7, 6 ходов.
Какой? 108-й. Турки. Ну, Армения, когда я на нее нападал, не было, так я и захватил поэтому город. Вот мне тоже кажется, что он голду рисовал и покупал просто юниты за голду. И какое-то количество строил. Я просто не понимаю, почему турок построил ко мне дорогу и напал на меня, вот, как бы... То есть мы и у нас дуэлька с иракезом. То есть в чем идея у чувака, если мы вдвоем упарываемся? Почему я должен воевать на два фронта? При том, что я еще и не верю, что турок здесь честно что-то делал. Не турок, а иракез. Это вход? Подожди, это одномоментно, да? То есть вот видно, когда одномоментно, если ты еще что-то при этом заключаешь, какие-то сделки. А, нет, слушайте, видно, турок дал персу денег. Все-таки видны деньги, значит, не давал. Не давал он иракезу денег. О, нет. Столько ходов загружать и считать войска такое. Могу вам все сейвы выложить. Кто хочет, может загружать и считать. Я этим точно не буду заниматься. Не, я просто, ну, блин, у турка вот армия. Но он тут захватывал, я так понимаю, столицу Испании. Как захватил столицу Испании, пошел ко мне. Так бы я с ним воевал, но на два фронта, извините, у меня иракез и турок. Нахрен мне это надо? При том, что, получается, турок за иракеза вписывается почему-то. Зачем-то. Ну, не знаю. Не знаю. Я... Так, давайте я проголосую, выкладывать ли это видео на канал. Проголосуйте, пожалуйста. 101-й ход посмотреть. А что там на 101-м? Так, 100-й или 101-й? А, у иракеза на 108-й ход во всех городах построились. Ну-ка, давай 107-й загрузим. Ну, тут по одному ходу оставалось. А в Осининке он мог...
Он мог переключить все-таки. Хотя странно, вот тут только что было два хода замок, и он построился. Хотя город не вырос. Двадцать арбов, да, раз, два, вот 107-й ход, да, раз, два, кстати, а вот как тут сейчас, ну ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, давайте эти два не считать, четырнадцать, подождите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Теперь давайте сотый. Ну, как бы у него есть в этот момент арбы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не, ну, у него есть 1-12. Вот у него есть арбы. Да, он в арбы позже меня вышел, но давно. Ну, у него религия дает золото 10, предположим, но, не знаю, в остальном несколько этих есть, гемсов. Ну, так и у меня ресурсы на золото были. Он его на 107-й, ну вот он его 7 ходов строил, да, и он его построил примерно на 107-108-й. Он не на 102-й, мы сейчас грузили 107-й предыдущий. Все караван... Нет. У него только один караван на золото. Вон, 3 золота дает. Нет, он строил арбы. Он как раз меткалуки не апал, он строил арбы. Такое ощущение. Насколько давно... Не, ну, он нормально открыл. Я помню, что... Короче, я вот взял Аквисасмы, их не было арбов. Потом я пошел к Гранд-Риверу, и когда я дошел к Гранд-Риверу, был первый арб уже. То есть, ну, как минимум ходов 10 назад. Ну, как это он не сливал метка луков? Я ему здесь юнитов убил. Он мне здесь, по-моему, ни одного юнита не убил, когда я нападал на Аквисасмы. Я ему убил юниты, потом пошел сюда, тут убивал. Ну, то есть, тут мы параллельно, одинаково убивали юниты. Вот было реальное ощущение. Да не было того, что он меня убивает юнита, я ему не убиваю. Как он не сливал меткалуки, если как раз сливал? На 95-м взял? Не может быть. Потому что, смотри, у меня уже крепость тут стоит. Мы загрузили 100-й ход, крепость уже стоит. Это я еще должен был сюда вернуться, еще поставил крепость. 86-й, вот 86-й реально. 86-й и 85-й, пожалуйста. На 85-м ходу.
забрали город, пока мы сюда пришли. То есть где-то 90-й, 91-й. Вот я пришел и увидел у него первый арбалет. Ну, в общем, очень это все подозрительно. Не знаю. Мне не нравится. То есть, он там воевал, конечно, зашибись, все нормально, человек не ливнул, воевал до конца. Это да. Но количество армии его, при том, что я всегда был первый по производству, всегда, его количество армии мне не. Ну, я не верю в это, в то, что это такое возможно. При том, что он тоже строил и здания определенные строил. Мне кажется, что все-таки парочку раз он купил юниты, нарисовал все деньги и купил. Я только так могу. То есть это единственное, что не палится вот этими проверками. На содержание юнитов, предположим, от религии было хотя бы. Ну, то есть у него как минимум плюс 10 сейчас, а там дальше еще больше было денег сколько-то. У меня было там минус 20, предположим, а у него где-то в нуле было. На 85. Ну давай загрузим еще 85. Да Валета, во-первых, Валета странные юниты дает. У него даже, помните, был этот. Как его? Катапульта была. Вот это Валетта дала, да, могу себе представить. Мне Валетта давала мечников, например. Так, какой ты говоришь, 85-й? Не может Валетта так много юнитов надавать. Нет, он мне какие-то юниты убивал на клике, но я ему в ответ убивал, так как у меня их как раз много было. Вот Аквисас мы. Он везде медкари строит. 31 золото. Ну, вообще вопросик, да? Смотрите, он строит юниты везде, то есть это у него уменьшается еще содержание. Откуда у нее деньги? Ну хорошо, давай посмотрим, когда у него выход в арбы. Три хода у него до арбов, да? Значит, 90-й ход грузим. Открытые арбалеты. Ну вот он одного апнул, поэтому у него 23. Теперь он везде арбалеты строит. Хорошо, он мог. Смотри. Он мог предпостройку сделать. Остановить, когда один ход до Меткалука остается. А потом включить постройку арбалет. Ну, хотя этого тут не видно, кстати. Ну, вот он пока апнул один арбалет. Хорошо, давай какой еще? 95-й ход.
Как видите, золото в ход у него все еще нету нормального. И на 95-й ход. Раз, два, три. Ну, было четвёртый, тут убили сейчас. 4, 5, 6, 7. Уже 7 арбалетов. И он явно какие-то апнул, реально. Не знаю, короче, выглядит так, что он все-таки втихаря себе рисовал золото немного. Немного. И апал, либо... Нет, и апал, и покупал юниты. Плюс по золоту вот в конце, когда, ну там мы какой ход грузили, там я могу представить, потому что распространялась религия, и она нормально начинала давать. А вот тут откуда он брал золото для апгрейда меткалуков, вот что Валетта ему дала. Вот Валетта ему дала катапульту. Все остальное он строил. Поэтому я не верю в такое количество юнитов. Тем более, что тут я ему еще много убил. Реально. Здесь убил, здесь убил. А потом, когда у него уже стали равные юниты, у нас начало примерно... Нет, в городах не пусто. Нет, производство у него нормальное было. И производство я проверил не нарисованное. Производство у него нормальное было, потому что я... Вот где-то в начале он даже первый был по производству, когда у него 4 города было, а потом уже я обогнал. За религию он не мог покупать юнитов. Ну, я тоже не постоянно строил юнит. Вы же видели, я отвлекся на... Так, универы я точно строил, что-то еще я строил. Только ГГ у него. Только Катманду. Кстати, а что так счастья много? Ну, вообще у него было много ресов. Я там видел штук 5. Раз, два. Ну, вообще, а этот у... Пока еще есть соль. 3, 4. Подожди. А, и он торгует с кем-то еще. Нет, он нормально торгует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 36. Это у него от торговли. А, он всего два? Подожди, он два торгует. То есть 7 своих. 6 своих, потому что Катманду еще дает жемчуг. 6 своих ресов? Какие? Гемсы. Мрамор? Не, мрамор он торгует. Красители. Спайс. А где специи? Специи торгуют, золото, хорошо, где мрамор тогда? Вот мрамор. Ага, у него в осенинке мрамор. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 своих ресов. Вполне нормально. Ну, вот я тоже, у меня вот просто удивление, что я строю юниты постоянно, и у меня больше производства. Ну, предположим, я не буду говорить, что я больше убивал, скажем, одинаково мы убиваем в начале. То есть в конце, да, вот там, где он перекрикивал, там, блин, ничего не скажу. И в итоге почему... И причем я еще начал раньше, у меня уже 6 самураев, когда я захватывал Аквисасмы, да. И в итоге... Почему-то у него тоже огромная армия. Я считаю, что он в какие-то ходы все-таки рисовал себе немного золота для апа меткалука
И покупки некоторых юнитов, одного юнита в ход где-нибудь. Вот так. Да, и золото не дает. Я тоже вот, блин, думаю, откуда у него столько золота. Потому что вот сейчас мы загрузились, у него 9. А потом в конце хода у него было 10 золота в ход. Нет, нельзя. Тут нету, к сожалению, в пятой циве. В сетевой игре ты не можешь, даже если ты один загружаешься, ты не можешь завершить игру. Нету такой кнопки. Не, ну города, в смысле, у меня стоял один юнит вот здесь, ну, в крепости, и по нему только город мог стрелять. Я убирал, я вот здесь юниты, один, ну, тут как-то стоял еще у меня тоже под город, и все. А так я под город вообще не ставил. Так что город нету смысла учитывать. Ну, в общем... В общем, подозрение у меня это вызывает. Я не понимаю, как я первый по производству строю армию. И я могу представить, что я его не продавливаю. Это я понимаю. Потому что он хорошо защищается, типа, воюет он нормально, да? Но он же не просто защищается, он еще и в атаку идет. И здесь у него армия, и здесь у него армия, и куча у него арбалетов. И как это так? Ну, как это может быть? Как это? Так что... Все странно. Дополнительное производство. Нет, не идет от кузницы. Не идет. Ну, 72 науки на 98 ход это мало, так что это нормальная наука. Будь здорова. Последний ход за турка. Посмотреть, какая армия у моих границ. Какой-то 99-й. То есть, блин, почему я 99-й? Ну, 117-й, давайте. Поэтому я на турнирах вводил правила, чтобы все снимали видео.
своих игр. Чтобы не надо было вот этими там сейвами грузить. Не, ну тут армия небольшая, да? Но он просто будет хреначить армию и вести ко мне. Зачем мне воевать на два фронта? Ну просто зачем? Тем более, что мне непонятно, что у иракеза нарисовано. Кстати, он не мог ко мне фрегатами приплыть, у него не морское все. Спасибо. Ну, то есть у него пару городов, видите. Кстати, у него тут, походу, тоже внутреннее море. То есть к нему тоже не проплыть. И это, походу, внутреннее море, кстати. Здесь вообще такая карта не морская получилась. То есть мне нету смысла дальше играть, когда турок на меня нападает здесь. Потому что по демографии у турка все хорошо, как вы понимаете. Смысл. Ну то есть это считай, турок победил. Будем так говорить. А все потому, что себе иракез нарисовал. Юниты. Ладно, удовольствие получилось. Ну, там точно караваны на золото. Господи. Свой левик, караваны на золото. Вполне. 117. Ты что, думаешь, в шестой циве нету читерства? В шестой циве тоже. Примерно то же самое. А нет, все внутренние караваны. Не, подожди, у него какие-то два бегало. Закончило бегать, типа. Ну, походу, внутренние. Ладно, народ проголосовал партию выкладывать. Спасибо, что смотрели. На этом все. В следующий раз, видимо, в следующую пятницу опять. Играйте в умные игры. Всем покеда.